И более подробно о вводимых ограничениях уже рассказали в профильных ведомствах. Так, Минэкономразвитие подчеркнули, эти меры полностью соответствуют правилам ВТО. Там есть статья, где прямо сказано, что санкции в сфере торговли и инвестиций вводить можно в случае угрозы нацбезопасности. А последние события, по словам главы ведомства Алексея Улюкаева, именно такой случай. Среди проектов, которые могут быть заморожены, министр назвал отмену авиасообщения с Турцией, запрет на заход в наши порты турецких судов, а также строительство АЭС Акую в этой стране. Не исключение и крупный проект, о котором много говорили, газопровод «Турецкий поток». Что касается проекта «Турецкий поток», его судьба какова может быть? Ну, этот проект ничем не отличается от любого другого проекта. И точно так же это речь идет об инвестиционном нашем сотрудничестве. Один из крупных предполагаемых инвестиционных проектов. Он точно так же подпадает под действие закона о специальных экономических мер, как любой другой проект.